Быть или не быть привитым – вот в чем вопрос. Массовая вакцинация ульяновцев продолжается. С самого утра в селе Ундры Ульяновской области прививают людей от COVID-19. В поликлинике села Ундры начался первый этап вакцинации. Предварительно было записано 83 человека, основная часть которых – люди, имеющие хронические заболевания, а также люди из группы риска – учителя, врачи и продавцы. В здравницу завезли 83 единицы препарата. Это первый транш вакцины для местной поликлиники. Перед самой процедурой необходимо пройти осмотр у терапевта и сдать анализы. Если температура, недомогание, какие-то другие, вот что-то, дискомфорт какой-то ощущает, то, соответственно, мы уже смотрим, делать или не делать прививку. После прививки пациент должен еще 30 минут находиться под наблюдением врача. Каждому вручают памятку, в которой указаны противопоказания к прививке, ее возможные последствия и правила поведения при появлении недомогания. Я сразу, как сказали, будут прививки делать, я сразу решила, что я сделаю. Семья пока еще, у меня вот сын, они еще пока думают. Я одна, самая старшая, и пошла и сделала. Показание к прививке одно – возраст старше 18 лет. Кроме того, с конца прошлого года к процедуре допускаются лица старше 60 лет. По закону, вакцина в России добровольна и бесплатна. Прививают в два этапа с промежутком в 21 день. В скором времени планируется новое поступление вакцины в село Ундры. Количество будет определено наличием желающих привиться. Если вам необходимо вакцинироваться от COVID-19, обратитесь к участковому врачу-терапевту, изъявите желание и заполните анкету. После вам будет обозначено место и дата прививания. Берегите себя. Алина Тихонова, Даниил Сурков, новости УлПравда ТВ.